Здравствуйте, дорогие друзья. Я гвардии подполковник запаса Мишунин Евгений Анатольевич, председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал». Мы находимся в городе Екатеринбурге, Свердловской области, и работаем по всему Уральскому региону. Основные три направления нашей работы – это увековечение памяти погибших товарищей, забота о семьях погибших защитников Отечества и патриотическое воспитание подрастающего поколения. И нам бы хотелось сделать такой репортажный проект о службе наших земляков в частях и подразделениях Черноморского флота. Передать им привет от родных и близких. Такой опыт у нас, работа уже есть. Мы в свое время, в 2008 году, проехали по заставам на Северном Кавказе, навестили 20 застав, и у нас получился такой очень хороший фильм. То есть мы хотим попробовать показать реально, как там обстоят дела в нашем Крыму.